дамы и господа, наш самолет набрал заданную высоту полета. Шоке от того, что трасса там 10 метров шириной, если ты боишься в грязь вот здесь по камням ехать, взял спокойно, объехал справа по траве и дальше погнал. Классно. Есть шанс, что там нет, не быстрее, здесь быстрее. Только чуть шире надо, вот здесь на метр шире. Сделали первый спуск по трассе, который будет на гонке в воскресенье. Как всегда, Панчик удивляет своей динамикой. Просто со старта до финиша можно не сбрасывать меньше там, 25-30 км в час. Постоянно едешь на ходах по камням, по полям. То есть средняя скорость у трассы очень высокая. Этим, конечно, она привлекает. Очень удобные кеды. Интересно, насколько они промокают и насколько они крепкие. Лучше, чем предыдущая модель? Конечно. Несколько раз. Чем? Подошкой. Смотри, какая подошка. Такая же. Не, другая. Нет. Хорош. Вот, вообще другое дело. Отлично. Меня, резиночка, держи. Оп, ножки, ножки. Хорош! Хорош! Хорош!
Yep. Понял, до преджампа едем, да? Нормально едем, да? Да, да, едем нормально уже с круточками. Готов? Давай, погнали. Очень рано тормозит перед вот этим микротропом. Здесь тоже лучше шире взять, будет удобнее за березой поворачивать. Здесь хорошо, здесь хорошо. Есть! Хорошо ехал. Там в одном месте я оттормозился сильно. Перед мостом. Но это, видишь, мы уже всю трассу разобрали. Угу. Это уже такая гоночная история. О. Хорошо было. Да. Хорош! Ну я так, аккуратненько. Нормально. По идее, этот поджопник — это фигня. На это не обращать внимания. Нужно. Был поджопник. Да. Это что, прям как проехал, как будто. Да. Просто а если ты на всех ходах прыгаешь вот отсюда, тебе прям вот да, в те камни, знаю, прям жестко, блядь, сжимает так, так легче телу и. Да, пофиг. Ну вот это нормальные хода. Да. Хорош! Давай! Вот оно, 29. Ребят, поехали. Нормально. Нормально. Сейчас как-то лучше едется, просто я. Я бы не сказал, что я сильно накосячил. Норм? После прыжка через. Готов? Угу. Давай, отсчитай. 3, 2, 1, пошел. Это будет наш. А, ну ладно, погнали, погнали, погнали.
шире. Ролик, ну педали вот так двигались. Ага. Но я бы все равно не стал крутить, потому что мне тяжело. У тебя цепь даже спала, да, спереди? Да, на гороховом поле. Давай я буду твоим секундомером. Готов? Да. 3, 2, 1, старт. Запись идет? У тебя, да? А у меня? Мигает? Да, да, все есть. Дэн, давай также отсчитываю. Да? Угу. На счет старт едешь. Угу. Смотри, не забывай отдыхать на прямичках. Угу. Если руки устают, прям смотри, разжимаешь вот так вот ладонь, прям один раз разжал и обратно. Сразу рукам легче станет. А так по всем своим траекториям и желательно подкручиваешь там, где мы тоже разобрали. А ты сколько здесь было? Давай. 3, 2, 1, старт. Пошел. Видишь? Да. Все. Готов? Нет. Поехали. Давай. 3, 2, 1, старт.
херачился. Жопу? Да. Да. Ты готова? Да. Ну давай, Диманыч, накачка. Thank you.
Хорошо было. Уф, чуть не ушел. Давай продолжим. Готов. Ребят нас догоняют. Давай, 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 качай, качай, пошел. Оп-оп-оп. Продолжим. Оп-оп. Догонялочки сейчас у нас будут. Вот лесу догоним. Хорошо было! Поздно стал тормозить. Как ты советовал. И что-то не смог. Ну что, сегодня у нас день квалы. Ее отменили из-за вот таких погодных условий. Сейчас пройдемся с Тёмой по трассе. Тёмыч, готов? Да. Давай, погнали! Оп! Это холодок. Ты замерзла, дорогая. Еще рано. Короче, меня слизывает. Я там со скалы спрыгиваю уже на одной ноге. Прыгаю. И там смотрю, булыжник валяется. Я приземляюсь в булыжник передним колесом, а потом он парами или куда-то. Передачка тяжелая. Да мать твою! Соберись, тряпка! Колени! 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 О, есть!
5, 4, 3. Да вообще спокойно. Разминочный такой спуск. Пять, четыре, три. Да. Еще один участник под номером 10, Петр Винокуров, город Москва, с результатом 4:31.77. Закончились финальные заезды в дисциплине скоростной спуск на первых. Вылетел с трассы тоже. 2022 года в одном месте. Спасибо всем за прекрасные старты. Финальные заезды в дисциплине скоростной спуск на первом этапе. Вылетел с трассы тоже. 2022 года в одном месте. Спасибо всем за прекрасные старты. Офигеть! Просто в таких погодных условиях я давно гонки не ездил. Это такой кайф. Такая тренировочка прям, ух. На сухой резине, конечно, веселуха полная. Что сказать? Вот эта тема офигенная, Вера. Закончились перемотки. Да ты чё? Где-то в лесу вот здесь, да. Тёмыч, как оно? Офигевал. Гоупрошка была, да? На гороховом поле. Ой, ну вообще. Оторвал два болта. На одном, прикинь, доехал. Вообще на одном. На одном болте. И победительницей первого этапа Кубка Урала в дисциплине скоростной спуск у девушек стала Вера Дутова. Вера, тюмень еще, да? Еще. Аплодисменты! Категория Голдмастер стал Денис Трухин, Магнитогорск! Аплодисменты! Мужчины, категория Голдмастер! Занял Дмитрий Горлов! Екатеринбург!
Москве с Александром Мамаевым и Виктором Сухачевым. И победителем первого этапа Кубка Урала в дисциплине «Скоростной спуск» у мужчин в категории «Элита» стал Петр Винокуров! Москва!